Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с архипастырем. На ваши вопросы отвечает митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, владыка! Добрый день! 12 сентября церковь празднует память благоверного святого князя Александра Невского, перенесение его мощей. Владыка, за что был прославлен Александр Невский в лике святых? Александр Невский – один из героев, наверное, самых главных и настоящих героев русской истории, как гражданской, так и церковной. Мы с вами некоторое время тому назад говорили о разных как бы родах святости в православной церкви. И вот Александр Невский прославлен как благоверный правитель. Это значит, что церковь увидела в нем человека, который не просто хорошо, грамотно, успешно управляет государством, но и человека, который во главу угла всей своей деятельности ставит не просто экономическое процветание, военные успехи, увеличение территории государства, но прежде всего считает своей главной задачей установление такого порядка в стране, который бы максимально способствовал для людей, живущих в ней, в государстве, их духовному возрастанию и христианскому совершенству. Он заботился о православной церкви, о строительстве храмов, о христианском просвещении. Благодаря ему просвещен во многом русский север, просвещен светом христианства. Благодаря ему открыта архиерейская кафедра и построены храмы на территории тогдашней Золотой Орды. Ну и самое главное, он всю свою жизнь положил на служение народу и Отечеству. Вообще, это такая вот особенность, которая характерна для тех, кого церковь назвала впоследствии благоверными правителями, рассматривать свое царствование, управление не как доставшуюся привилегию, почет и возможность как бы так реализовать себя в качестве государственного деятеля, а как высшую форму служения народу и Богу, как крестоношение. Вот очень интересно, что такое вот отношение к власти, оно сохранялось достаточно долго. А сейчас, в новое время, конечно, это может вызвать только такую усмешку у многих людей, потому что власти жаждут, к власти стремятся, власть завоевывают, власти добиваются, и, добившись, во многом начинают решать какие-то свои проблемы, свои какие-то вот исполнять свои желания, видя во власти инструмент удобный, такой очень могущественный, сильный инструмент для реализации своих каких-то личных планов. Ну а те, кого церковь называет благоверными правителями, видели во власти крест, который необходимо нести для того, чтобы помочь своим близким, тем людям, которые живут в их отечестве, помочь им максимально благоприятно и удобно шествовать за Христом. Святой Александр Невский является, помимо всего прочего, еще и полководцем, успешным полководцем, хотя он прожил недолгую жизнь, но в своих сражениях, как мы знаем, практически всегда выходил победителем. Вот сегодняшнее представление такое общенародное о этом человеке, оно как раз вот зиждется на таком вот отношении к нему как к полководцу, как к успешному военачальнику. Дело в том, что в советские годы его образ был очень скоро после вот, просто исходя из исторической необходимости, реабилитирован. Дело в том, что после советской власти как бы
осудила всю российскую историю. Но когда начало подгорать, что называется, да, тогда вспомнили о героях, полководцах и воинах Александра Невского, Дмитрия Донского, вот, Минина и Пожарского. И знаменитый фильм Эйзенштейна, отличный фильм, гениальный фильм гениального режиссера, вот он во многом сформировал отношение, массовое отношение к Александру Невскому как к полководцу. Конечно, для советской власти Александр Невский как благоверный правитель, как святой монах в конце своей жизни, он был ну никак не удобен. Вот. Ну, а церковь помнит его именно как человека, который гораздо шире своих полководческих талантов. Вот поэтому мы почитаем его и сегодня. Ну, а вот сейчас мы знаем, что юбилей со дня его рождения, 800 лет. Уже, да. Этот год объявлен юбилейным годом. Это такое совместное церковно-государственное празднование. Вот. И вот мы стараемся как-то как можно более широко отметить память этого выдающегося героя, полководца, государственного деятеля, христианина и благоверного правителя. Отрадно, что отмечается юбилей именно благоверного святого князя Александра Невского. Постепенно, да. Как-то вот историческая правда находит себе дорогу, пробивает соску, ну хоть не сквозь асфальт, но через достаточно сложные наслоения такого вот таких штампов, которыми, к сожалению, исполнена вся наша историческая наука. Какие события запланированы в Симбирской епархии, связанные с этой датой? Ну, на самом деле, как я уже сказал, празднование это церковно-государственное, поэтому достаточно большое количество мероприятий на весь год. Это и тематические уроки в школах, и в высших, средних учебных заведениях, это и лекции, это и посещение музейных экспозиций, подготовленных к этому дню, причем это, что называется, от Москвы до самых до окраин. Да? То есть для нас, верующих людей, конечно, главное – это церковное празднование. А вот, в частности, у нас, как вы знаете, недавно, наконец, после достаточно долгих разговоров, переговоров, собраний и всего прочего, это длилось более 15 лет, наконец-то началось строительство храма Александра Невского здесь, в Ульяновске. А на какой стадии сейчас строительство? Строительство, как я уже сказал, началось. Началось оно примерно месяц тому назад. Уже вырыт котлован, поставлена арматура. Вот сейчас надо заливать бетоном. Мы надеемся в этом году закончить нулевой цикл и дальше постепенно идти. Я думаю, что несмотря на объективные сложности, которых сейчас очень много, это и удорожание строительства, это и ну, просто сложности экономического характера, которые повлияли абсолютно на всех, мы все-таки сможем храм этот построить, я убежден в этом. Сколько времени это займет, трудно сейчас сказать. Вот, мое глубокое убеждение, что если бы 15-16 лет тому назад его начали бы уже строить, то даже если бы его строили, да, даже если бы сами клали бы по кирпичу в день, то его бы уже построили. Вот, поэтому я думаю, что мы все-таки это дело сделаем. И это будет, наверное, самое большое. Большой вклад вот, не просто Симбирской епархии, митрополии, но и всей Симбирской земли в увековечение памяти святого благоверного князя. Мы знаем, что даже Троицкий собор, который был главным храмом Симбирска, вот, он тоже был в начале, в нем был освящен предел в честь Александра Невского. Да. Храмы в честь святого князя стоят, не знаю, ну, в очень большом количестве городов и бывшей Российской империи, то есть имея не только сегодняшнюю Российскую Федерацию, и в Эстонии, и в Грузии, и в других местах. Вы знаете, что вот храм Александра Невского
в Софии, в Болгарии, долгие десятилетия был самым большим православным храмом на Балканах, пока не достроили храм Святого Саввы в Белграде. И вот память, почитание святого Александра Невского необыкновенно широки. И, конечно, строительство храма здесь, в Симбирске, это очень важно, и я думаю, что нам удастся это все-таки совершить. Ковчег с мощами будет находиться там? Одно из таких вот, наверное, центральных событий празднования здесь у нас в Симбирской епархии будет принесение частицы мощей святого благоверного князя, которая передана нам из Санкт-Петербурга в нашу епархию. Вот на праздник 12 сентября будет совершена литургия во временном деревянном маленьком храмике там на месте строительства. Туда будет принесена будет принесен ковчег с частицей мощей святого, и после этой службы он там будет находиться постоянно. Вот это, наверное, тоже одно из таких важных событий, поскольку для христианина вот возможность помолиться перед мощами святого, оно имеет очень, очень важное значение. Вот мы как-то вот верим в то, что заступничеством святого благоверного князя Александра Невского не только наши какие-то молитвенные просьбы и воздыхания к Господу будут услышаны, но и как-то, наверное, что-то, может быть, и изменится в нашей общей жизни. На что стоит обратить внимание в житии Александра Невского современному человеку? Какие уроки стоит извлечь из него? Вы знаете, каждый раз, когда церковь празднует память того или иного святого, она это празднует именно для того, чтобы современный человек мог что-то из этого извлечь. Ну, прежде всего, святые – это образец для подражания. Крепкая христианская вера, готовность до смерти стоять за правду, вот знаменитые слова, они, правда, спорят, действительно ли говорил их сам Александр Невский, нет, не в силе Бог, а в правде. Но они очень характерны, я думаю, что они вполне могли быть сказаны святым князем. Это любовь к своему Отечеству, любовь, которая готова, ради которой он в любую минуту, каждый день своей жизни был готов на смерть. Это вот такая, знаете, цельность характера, цельность натуры, которой, к сожалению, очень давно уже нет у многих из нас, когда человек готов жертвовать всем ради высших, в данном случае религиозных, духовных цели, идеалов. Ну, наверное, вот любовь к своему Отечеству, любовь к правде Божией, верность – вот это те качества, которые нужно перенимать и каждому из нас, нашим современникам в том числе. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания.